Катрина, когда ты предложил отправить доктора на поиски ключа, я был настроен скептически. Но теперь они нашли зацепку. Невероятно, да? Мы столько лет искали, а они нашли ключ всего за пару дней. Пора отправиться за ними. Все идет так гладко. Они все сделают за нас. А когда найдут ключ, мы выйдем на сцену и заберем его. А пока вы можете закончить свой маленький проект. Что ж, давайте-ка заберем все этих роботов. Глава 8.3. Тяжелое машиностроение. Соберем янтарек. Ух ты, Шрек с луком, ну это вообще интересно. Так еще и попал, да? Ну получи, братиша. Так, даже суперудары на них не потратили. Это у нас что такое? На всякий. Попробуем. Так, для чего они тут вообще лежат? Понятнее. О, и запчасть нашли. Что тут у нас? А, очередная черная круглая штучка. Давайте-ка вот сюда пробежим. Ух ты. Это что за силовое поле здесь такое? Непонятное. Так, пробегаем. Ух ты. Лови Лещанского. Не ожидал. Сюрприз. Так, ух ты, какой маленький выбежал. А эти супер ударом. Что нам его катить? Так, продвигаемся далее. Вот он, подъемник. О, братюня, иди сюда. Шрек. Эскалаторы. Эскалаторы. Руду перевозят. Так, очередной тут рекламный чувак стоит. Но главное под его банки не попасть. Так, и вон еще. Иди-ка сюда, гоблин веслоухий. Ну что ж ты, кто ж так кидает? Вот получай. Так, забираем янтарек и вижу подъемник. Наверное, нам на него. Два числом двое. Ну, идем сюда. За люлями. Так, какие-то тут непонятные механизмы. Ой, чуть не упали. Пробегаем. Аккуратненько. И вот сюда. Отлично. Так, ну это даже не соперники нам. Иди сюда, сладенький. Я тебя постреляю. Так, и давайте-ка вот сюда. Отлично. Дох, ты еще и попал по мне. Вот гаденок. Так, опять силовое поле. Ну, вроде бы пробежали нормально. Ой, сносит нас. А нам наверх. Угу. Ух ты, летим. I can fly. Вау. Это круто. Ой, еще и силовое поле. Вот все-таки. Так, 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 так. Посадка. Ну, в принципе, можно нам янтарь-то было и не брать. У нас и так все по фулу. Иди сюда, братаны. Ух ты, еще двое. Ведь попал, гад. Вот так. Не буду я жалеть спецудар. Янтаря много. Ух ты, разошелся ты, смотри, косячок. Собираем. И... так, полетели. Так, хотя, в принципе, янтарь-то можно было и не собирать. Я думал, что здесь запчасть будет очередная у нас. Ну ладно, летим дальше. Главное не попасть под эти электрические столбы.
Пролетаем. О, братюня. Так, да не кидайся. Иди вот сюда. Вот так. Так, и главное нам не попасть под этот пресс. Отличненько. И тут очередной братюня. Да что ж ты такой меткий-то, а? Иди-ка сюда, ранцевые блюда. Доктор, дорога ведет в пещеры. Надеюсь, там есть еще реликты. Понял тебя. Запомни, Нэг. Задание будет серьезным. Глава 8.4. Пещера гоблинов. Ох, сейчас оторвемся мы на этих наших братюнях. Так, минус трое. Что тут у нас есть? Угу. Реликтик. Хорошо. Собираем попутный янтарь. Так, о, вот эти-то с рюкзачками-то. Delivery Club. Очень такие чуваки грозные. Надо их по-быстренькому прибивать. Ну что, продолжаем зачистку гоблинского поселения. И вот тут уже один стоит, наблюдает. Получи по щам. Так, ух ты, реликты. Точно, они самые. Это очень хорошо. Так, пробегаем. Ух ты. Братюня. Да не кричи ты так. Ух, как он машет своим молотом. Прям как Тор. Ну что-то слабоватенький оказался. Вот еще тут трое. Вот так, лежите. Не вставайте. На мечом машет, бежит, встречает нас. Решил обнимашки устроить. Ну ладно. Обнимемся, брат. Ой, ой-ой-ой-ой. Вот эти вот опасные какие-то противники самые. Очень меткие. Ну, получайте. Так, это что за шестеренка? Непонятно, две шестеренки. Я думал, их куда-нибудь надо пришпандорить будет. А нет. Реликты. Пробегаем. Ну-ка, иди сюда, товарищи. Что, не попал? Зато мы попали по тебе. Так, ничего тут нет у нас. Это плохо, это жаль. Ну давайте-ка по одному. Опа! Получим. Вернулись вовремя, тут кувалды, и все. А тебе быстрее надо было перезаряжаться. Так, собираем янтарь. Тут у нас ничего нету, ну-ка, посмотрим. Нет, обманочка. А это что за склад? Понятно. А, реликтики. Угу. Как мы ловко перепрыгнули-то. Любо-дорого. И вот. Три врага. Но мы не будем церемониться. У нас есть спецудар. Отлично, все, забираем. Прокачиваем Нека и бежим навстречу новым врагам. Так, о, вот это, ну-ка, ну-ка. С каким-то шипастым щитом. На, получи, гаденок. Все, желание драться у него пропало. И какую детальку нам впарят? Ну, какой-то непонятный кварц или что это. Ладно, разберемся. Три лифты. Ну что, гоблины, давайте-ка разберемся с вами. Не будем долго с ними рассусоливать. Ух ты, какие мазохисты с плетками. Иди сюда. Получай. О, вот этот вот опасный.
чего-чего. С дубиной. Получай. Пойдем. Так, так. Иди сюда. Сюда иди. О, как Валеро. Какие первые это выписывал. Даже жалко было его бить. Так. Ну отлично, мы, в принципе, ничего не потеряли. Очередной братюня. Получается. Ух ты! Ты что ли трубу-то кинул? Гаденыш. Вот тебе за это. Подумай над своим поведением. Лучник. Сваливаем. Ты попал все-таки. Ну вот тебе, держи приз за это. За свою меткость. Так, ну ты отдыхай. Ты. Это очень хорошо. Так, пробегаем. Ну где? Где все враги? Попрятались. Вижу, вижу. Подходи. Ух ты, это что за пушка? Братюня, ты с вулканом по мне стреляешь. Какой ты шустрый. Но тупой. Поправку на ветер не взял, вот и результат. Так, через какую-то лаву мы раскаленную перепрыгиваем. Ой, снова. Братюня зенитчик. Не стреляй. Так, 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 так. Подожди, подожди. Да поздно, у тебя реакция поздно зажигает. Поэтому давай, валяйся. Забираем. Ну, эти даже и не соперники нам уже. Получаем. Так. И... Ворот открыт. О, снова стрелок. Дикий бил. Да хорош, хорош. Стрелок. Ой-ой-ой. Вот этот попал. Ну на тебе за это. Блин, приз. Какой меткий оказался, а? Странно. Что тут у нас? Да что за очередной крутыш? На, держал. А заставка такая была, как будто супер боец такой вышел. А вы даже и соперник. Вот так. Он как, ой, как Болеро своей дубинкой. Круто. Ну а вот это, я так понимаю, суперский боец. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты что ж такой резкий-то? Еще есть силовое поле. И у тебя еще удары есть. Так, ты понаскакивай. Ну, получай. Не говори, что ты все, помер. Только думал, что достойный какой-то противник попался. А ему два удара в челюсть и все. Ну, такой же вот. Я думал, это босс какой-то. А это так. Ну, хотя и попадает по нам ведь. Смотри-ка сейчас, блин. Получай. Ну, давай, напрыгивай. Опа. Еще прыжок будет. Сваливаем. Идем делать. Так, так, так. Ну, подожди, успокойся, подожди. Ну, все, в принципе, готовченко. Ну, эти даже не соперники нам. Собираем янтарь попутно. Ну и удивите меня каким-нибудь боссом уже. Как же без босса-то, ребят? Так. О, какая охрана мощнявая. Ну, все. Добивание. И сваливаем.
Что это там за агрегат стоит? Это буровая установка. Ах, ломаем. Крушим. О, зато с ним сколько реликтов-то выпало. Получайте, гаденыши. Инвентарь сюда. Ох ты, мазохист с балероном. Хорошая парочка квиксов. Так, ломаем машину очередную. Ибо нефиг загораживать проход. И свежий воздух, ребята. Мы выбрались с этих пещер. И видим нашего профессора. Так, братюня, давай по-быстренькому с тобой разберемся. Вот так вот. Так, вот так вот. И все. Эх. Но вот это сейчас было дерзко. Получай. Получай. Не благодари. Так, ломаем очередную машину, установку. Собираем реликты. Ну вот, я большой. Что с двигателем? Посмотрим. Ха-ха, как по маслу. Подними самолет. Так, я понял, что дальше. Все верно. Бросай. А вы уверены? Да бросай же! Я